Друзья, наша сегодняшняя заруба, микро-дружеская заруба с Александром Шуйским завершена. Спасибо президенту фонда Гераклеон Сергею Александровичу Еремину, что мы имеем возможность прийти и потаскать эти огромные гири. И благодаря ему здесь есть все вот это оборудование. Я думаю, Александр сегодня очень доволен. У него два личных рекорда. Подъем, взятие одной рукой, гиря 80,5. Вырывание 66. 66 тоже личный рекорд. Жим двух гирь, парный жим Шнайдера, но это не рекорд, уже подустал Александр, но 8 повторений, это дофига. Я, наверное, думаю, и раз не вожу. Так, я, к сожалению, не смог толкануть 76 килограммов со взятием одной рукой. 90%. Ну, блин, пока не мог. Нет доступа к такому оборудованию, я как-нибудь придумаю, как можно дома у себя в зале тренировать стабилизацию руки, а то у меня сваливается вечно. Вот. Но зато вырывание Юста 70 килограммов. Я очень счастлив, плюс 4 килограмма к рекорду. И взятие методом вырывания 88, вот эта красавица мощная, мне пока не покорилась. В двух попытках я был очень близок, но это прям вызов для меня. Это очень тяжелая штука, мало кто в мире делает, я уже говорил кто. Поэтому я рано или поздно обязан это вырвать. Чтобы, ну, как бы, я не знаю, не самоутвердиться, что ли. Ну, просто, мне нравится ставить задачи и выполнять. Спасибо Александру Шуйскому. У Александра нет собственного канала, поэтому в описании я просто выложу ссылку на плейлист, где есть множество подъемов Александра Шуйского. Если вам интересно посмотреть на его подъемы, там, каких-то других видов подъемов, старинных. Все, всем пока. С вами были Алексей Шредер и Александр Шуйский и спортивный комплекс «Салют Гераклеон». До встречи!